Ветераны боевых действий и участники специальной военной операции могут получить профессию оператора беспилотных летательных аппаратов. Курсы повышения квалификации открыли на базе Фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области. Удостоверение получили уже 20 человек. Программа обучения рассчитана на 36 часов, включает в себя теорию и практику. Есть определенные нюансы. С учетом опыта Алексея Александровича, мы смогли кое-какие правильные сделать процессы в организации. Спасибо. Участники курса смогут освоить пилотирование на симуляторах, научатся управлять разными видами аппаратов, работать с камерами и датчиками, интерпретировать полученную информацию, обслуживать и при необходимости ремонтировать беспилотники. Филиал фонда в Республике Коми поддерживает инициативу коллег. Обучение и переобучение, оно на сегодняшний день очень важную роль играет в жизни каждого, а в том числе ребят, которые вернулись с зоны специальной военной операции. И в связи с новыми веяниями в жизни государства, в жизни республики, в жизни страны появляются все новые профессии, которые заинтересовывают не только ребят, простых ребят, но и участников специальной военной операции. Напомню, ранее в Коми этой профессии обучили на базе ДСАФ и в автомеханическом техникуме. По окончанию 9 класса курсы будут продолжены.